Для тренировки блох нужна стеклянная банка и крышка. Блох помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют банку на 3 дня. Когда же банку открывают, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле блохи никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Как поднять планку и ту ограничивающую крышку? Когда мы собираемся ремонтировать квартиру, мы прежде всего выбираем подходящий инструмент, который поможет достичь цели. Точно так же у всех нас есть и психологические инструменты, средства, без которых осуществить желаемое так же тяжело, как забивать гвозди руками. Самооценка, пожалуй, самое главное из таких средств. Два сценария из детства. Основы самооценки закладываются довольно рано, примерно в 5 лет. Конечно, ведущая роль в ее формировании принадлежит родителям малыша. Если они удовлетворены отношениями друг с другом, общаются между собой дружелюбно и искренне, поддерживают и одобряют ребенка, приучают его настойчиво решать возникающие перед ним задачи, то, скорее всего, такой ребенок вырастет с завышенной самооценкой. Если же наоборот, малыш постоянно сталкивается с пренебрежением к себе, родители пытаются поставить его в зависимое положение, ему не хватает ощущения собственной ценности и значимости, то у такого ребенка будет сформирована заниженная самооценка. То есть окружающий мир представляется ребенку либо приветливым, либо несколько враждебным. Сложившись однажды определенная самооценка работает на самовоспроизведение. Позитивно настроенный, уверенный в себе человек легче справится с трудностями, а иной раз и не заметит их вовсе. Заниженная самооценка будет советовать своему хозяину уклониться от решения любых проблем и не брать на себя слишком много ответственности. Что ж, попробуем немного поднять планку своей самооценки. Несмотря на то, что ее основа закладывается в детстве, у каждого из нас достаточно сил измениться. Конечно, для этого нужны будут большое желание, определенные усилия и время.